Казани сегодня проходит финал золотой серии международной гиперспортивной лиги. По итогам плей-офф в решающих играх принимают участие 4 лучшие команды профессионалов. Им предстоит разыграть призовой фонд $100 000. Несет потенциальную опасность оказаться... Вот прямо сейчас мы наблюдаем за первой сегодняшней игрой. Сейчас сражаются команды Apple Racing и Brainstorm. Мы видим, как можно сказать об этих двух командах. Выделяют, как обычно, красный угол и синий угол. Вот те, что поближе ко мне. Команда Brainstorm. Это новички в ВГЛ лиге. Буквально 2-3 месяца они играют здесь профессионально, считаются киберспортсменами. Вот те, что в левом углу, красные Hellraiser, что переводится как «восставшие из ада». Действительно, наверное, можно их так называть. Это профессиональные киберспортсмены, которые уже добивались таких сильнейших, крутейших результатов. Они были чемпионами мира по World of Tanks. И прямо сейчас счет можно видеть 4-1 в пользу Hellraiser. Понятно, что более опытные игроки вырывают буквально лапами победу у новичков. Счет 4-1. Вот сейчас 5 с лишним минут остается до окончания игры. И вполне возможно, если за это время HellRaiser успеют убить четырех игроков, 4 танка у своих оппонентов, то победа уже уходит им. Ну вот еще говоря о сегодняшних деньгах, немаловажно призы, которые достанутся победителям. Всего 4 команды, то есть 4 места. Общий бюджет, который сегодня разыграют между профессиональными киберспортсменами, танкистами, это $100 000. Такая вот крупная сумма. Тем, кто займет первое место, достанется $50 000, за второе место $25 000, ну и остаток разделят уже между третьим и четвертым местом, поэтому там уже не важно, в принципе, как это разделится, сумма примерно одинаковая, так что там скорее уже просто кому-то более обидное четвертое, кому-то менее третье. Ну вот сейчас можно наблюдать, сколько зрителей собралось здесь на арене. Если вчера играли непрофессиональные игроки, то было чуть меньше зрителей. Сегодня такие легендарные команды, как вот те же самые HellRaiser, Snavi, NSS, поэтому и людей гораздо больше, и заняты вот все эти боковые места. А вот эта вот очередь, которая выстроилась, это люди обычные пришли, жители Казани, и собираются сейчас сами играть в танки. Мы знаем, может, кого-то болеют. Будем общаться с людьми. Приветствую вас. Вы следите за вот этой игрой? Знаете кого-то из них? Да. Расскажите, за кого болеете? За красных. HellRaiders. Давно их знаете? Кого из них знаете? Ну, полгода примерно. А, так лично никого не знаю. Видео смотрим. Вот видно, что смотрят стримы, игры. Так, может быть, вот у нас еще один фанат. Привет. Скажи, за кого болеешь? За Na'Vi. Ну, Na'Vi будет играть в 3 часа. За Brainstorm. Слушай, они же новички. А? Они же новички, недавно играют. Ты возлагаешь на них надежду, да? Думаешь, выиграют? Да, потому что у них было очень хорошее начало. Проиграют. Они могут в любое время подтянуться. Ладно, будем держать крестики, да, за новичков, за Brainstorm. Еще немножко поспрашиваем. Молодой человек, давайте к вам. Вообще с вами вообще. А вы за кого? Я за HellRaiser. Что придумает Brainstorm? Двое за HellRaiser, один за новичков. А почему за HellRaiser? Потому что проще за тех, кто серьезные игроки, за них болеть проще. Смотри, восставшие из ада... Давно вы за них? Нет, не особо. Я в танки играю где-то месяца два. Особо так не увлекаюсь, но мне понравилось, как играет HellRaiser. В принципе, можно на них равняться. Ну ладно, мы сейчас тоже будем смотреть. Вот в очереди немножко разделились мнения. Мы же, наверное, тоже будем с оператором за HellRaiser болеть. Тут так и проще, 4-1, вполне возможно, что вот сейчас уже будет 5-1, и все-таки они вырвут победу. Ну а дальше самые ожидаемые следующие игры будут примерно после 3 часов, и выйдет команда Na'Vi. Тоже они были в звании чемпионов мира по играм World of Tanks. Там уж точно мы будем держать и скрещивать пальчики именно за Na'Vi. Пока осталось дождаться, вот кто же выиграет здесь. Мы видим и одну, и вторую команду, и сразу понимаем, что действительно происходит. Но...